Всем здорово, с вами Старпёр, я продолжаю проходить CatQuest. В прошлом выпуске в конце я лишился всех своих навыков и оказался заперт на королевской лапке, на небольшом архипелаге с тремя, по-моему, да? Да, с тремя пещерами, которые мне нужно исследовать. Я так подозреваю, для того, чтобы вернуть свои навыки взад и вернуться обратно. И вернуться обратно, в общем, на материк. Ну, давайте начнем, наверное, с пещеры Добродетеля. А с вами можно поговорить? Интересно, этот путь выведет нас отсюда? Интересно. В этом месте действует странная магия. Не могу телепортировать нас отсюда. Мы застряли, как хот-дог без кетчупа. Я понял. В смысле, подождите, почему нельзя? Почему нельзя? Как так нельзя? Ладно, давайте пойдем в эту фаллическую башню. Только тот, кто обладает достоинствами короля, может войти в гробницу Филингарда. Получим ключ доблести. Ну что ж, погнали тогда по очереди. Больно бьются, больно. Но, к сожалению, пока что улучшить магию я никак не смогу. Увы. Пока не выберусь с этого острова. Все улучшения мне заказаны, к сожалению. Ну, ладно. Сколько, простите, 1500 урона мне сделали только что? Или мне привиделось? Да нет, не привиделось. Отлично. Шариком ваншотного пса просто. Просто ваншот. Мне еще на 300. Все, что отхилил, все зря. Вставай, давай, хорош прохлаждаться. Лентяй. Чуть-чуть поторопился и на косарь выхватил пощам. Вы проявили великую доблесть. Получен ключ милосердия. Понятно, понятно. Клинок катантюриста. Понятно, понятно. Подземелье исследовано. Окей, значит, идем в следующую пещеру. Все, что можно между ними... сохраняться и восстанавливать здоровье с маной, иначе было бы намного сложнее. Так, по-моему, вот тут тупичок, да? Да. Давайте выманим эту штуку вот сюда. Блин, ну давай сюда иди. Спасибо, Ли. И заберем то, что в этом сундуке. Мантия белого мага. Неплохо, кстати, наваливают они по уровням. Подземелье исследовано. Видимо, мне табличку осталось найти, которая мне даст... Ой-ой-ой-ой. Которая мне даст ключ. Еще можно было вон туда, наверное, закатиться, пожертвовать капелькой здоровья. Но я уже так откачу. И забираем. Вы проявили великое милосердие к своим врагам. Получен ключ добродетели. То есть то, что я их ни разу самостоятельно не ударил. Это называется великое милосердие. Не, ну ладно, я спорить не буду. Хорошо, пусть будет так. Где мой сейвец? И идем в пещеру добродетели. Так, я почти, кстати, апнулся уже. Чуть-чуть осталось совсем. И
Здесь, наверное, да, сундук. Забираем и сейчас пойдем малиновые доспехи, здоровье плюс 20%. И сейчас пойдем вот этих пацанов нарезать. А те уродцы моментально ловушками, которые я все пытаюсь найти, никак не получается. Отгородились от меня. О, сволочи. Так, лап очень в тему. Жалко, что я всю ману слил. Буквально за полсекундочки. Нормально, нормально. Ну что, исследована пещера или нет? Нифига не исследована, кстати говоря. Вы проявили добродетели короля. Получен ключ от гробницы Филингарда. А... так, а где здесь что закрыто, запрятано? Ну поищем сейчас, поищем, что нам остается. А, постойте-ка. Это входы. Входы. А где? Или это не такие пещеры? А, ну видите, нету значка, что... что что-то осталось внутри. Хорошо, тогда в гробницу Филингарда отправляемся прямой наводкой. Гробница короля Филингарда. После драконовых войн король Филингард объединил выживших котов под одним знаменем. Так появилось королевство Филингард. Король Филингард и король Люпус некогда были друзьями, то есть до начала Великой войны за королевский клинок. Когда закончилась война за королевский клинок, наш король исчез и никто его больше не видел. Поэтому в память о нем была построена эта гробница. Ну, допустим. Пушистые щечки, но тут ничего нет. Или есть. Чтобы объединить людей, королю не нужны ни оружие, ни побрякушки. Ему нужны только надежные союзники, и тогда наступит мир. Возрождено королевское искусство хождения по воде. Благодарю. То, что нужно. Святые бурлыки, так значит, Силапа всегда была с вами. Еще есть шансы. Нет, все дело в том, что впервые кот и собака объединились. Все верно, друзья, прорвемся назад ко мне домой. У нас еще есть шансы. Отрадно слышать, погнали. Отлично, мои хомячки. А, неужели я опять я иду по чему-то сценарию Элиуса, который что-то замыслил? Вперед, скорее вернемся на материк. Нет уж, подожди. Для начала. И куда эта карта уехала? Блин, неужели мне надо будет вот это вот прям все исследовать? Короче, для начала вот где-то здесь. Так, это вот сюда вот. Заберем то, что там. Мимо не пройду, благо оно прямо по дороге. Голда. Хорошо, еще что есть. Ага. Там какой-то маршрут прямо из этих, из сфер опыта направо куда-то. Я, наверное, по нему сейчас прогуляюсь. Да жуть интересно, что там. Жалко только что-то экспо... по одной штучке совсем как-то скромно. Могли бы и побольше. О, три уже. О, четыре. Пять. Да ладно. Сейчас дойдем до тысячи, подождите. Или не дойдем. Остров Основателя 2. Джентлбро Дезмонд, приветствуем, игрок. Вы проделали немалую работу, чтобы найти нас. Мы Джентлбро, создатели CatQuest 2. Не верите? Позвольте это доказать. Я создам для вас самый простой квест. Примите-ка это, уровень 999. Конечно, возьмем.
квест пройден. Один опыт и одна монета. Неплохо. Неплохо. Ну что, демонстрация наших возможностей впечатляет? Нет? Хм, примите еще один квест, и вы узнаете, на что мы действительно способны. Если вы примете этот квест, все сохраненные данные будут удалены. Стираю данные, ну давай. Только посмейте, блин. Ха, мы никогда не удаляем сохраненные данные, не волнуйтесь. Я аплодирую вашей храбрости, игрок. О, да, я такой. О, уже по два опыта. Ща я стану сказочно богат и хай-левелен. Ну что, теперь-то верите? Или все еще сомневаетесь в наших силах? Принимайте следующий квест. Теперь-то все ясно, да. Смотрите, я полностью контролирую музыку. Ну ты молодец, что сказать. Король Винампа. И я могу сделать так, чтобы неигровые персонажи появлялись из ниоткуда. А, что? Где? Фух-пух, теперь впечатляет. По три. Я надеюсь, мне дадут золотой этот. Итак, вы видели наши возможности, но все это не впечатляет. Отважитесь теперь пройти этот последний квест? Начнем. Пройдите через портал, и если выживете, мы вознаградим вас чем-то очень особенным. Это же врата хаоса. Пойдемте. Царство Джентл. Мы работали над этой игрой так долго, что невозможно остаться равнодушным к бою. Это вы сейчас серьезно? Я даже как-то не хочу проверять, насколько... Проверил. Насколько сильно и больно они дерутся. Короче, больно. Держу в курсе. Короче. Какая-то машина в работе. Ну давай, 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 один остался, давай. Давай. Фух-фух. Это была всего лишь одна миллионная нашей силы. Но неплохая работа. Или не одна миллионная, не знаю. Я же гуманитарий. Вы получаете скрытый ключ. Он открывает дверь к этой скрытой пещере. Удачи, игрок. Ну, спасибо. О, теперь вы тоже один из нас. Костюм джентльмена. Снижена цена заклинания. Слушайте, 93, 45 к магии. Это очень даже неплохо. Надеюсь, вам нравится Cat Quest 2. Спасибо за поддержку. Неплохо насыпали мне всего. Спасибо. Такс. И это вот конец карты. Ну, по низу, во всяком случае. Улучшу ледышечку. Да, да, понятно. Такс, моя ледышечка где? Вот. Нет, это урагав. Вот. О, на максимальном уровне могу улучшить. Даже бабки еще останутся. Кайф. И хил тогда можно, я думаю, улучшить. Не до максимального, но до шестого, и это уже хорошо. Так, теперь вот туда хочу посмотреть, что тут. Запущенная пещера, 99. Ну да, ну да. Посмотрим, что в этой пещере, которую мне сказали про скрытую, 99. Ну просто зайдем. Может, здесь тоже какой-то подвох. Затерянная пещера. Огромные богатства, спрятанные в долину, сперва ключ к ним найди. Изучи острова юго-востока старательно, там, где покоятся основатели. Вот мне и дали, видимо, ключ. Ага. А, я помню, в первой части тоже такое было.
Да. Ну что, еще один затяжной супер-мега, очень затяжной бой. Фух. Что-то слишком много затяжных боев в этом выпуске. Так, золотой ключ. Все золотые сундуки разблокированы. Прекрасная, прекрасная новость. Как раз один из них стоит прямо здесь на входе. Привет. Архитектор. 61 магического урона и снижена цена заклинания. Разве это не повод напялить его на Собакина? Ну что ж, ну-ка всади ей, посмотрим. Ну давай. Ладно, не хочет. Короче, руины Леопольда, тыры-пыры, все это у меня открыто. А что тогда, куда идти? Просто чтобы не забыть, я спрятал ключ в дальнем схроне. Никому и в голову не придет искать там. Надеюсь, я больше не потеряю эту записку. В дальнем схроне. Потом приду к тебе. А вот и дальний схрон, но 90 левел. Что-то слишком круто. Вы нашли клочок бумаги. Напоминание всем собакам-забывакам, путь к нашему схрону таков. Идите на юг, пока не увидите огонь, и затем на восток до трех скал, а затем снова на юг. И крепко держите в лапах эту записку, нигде не бросайте. На юг. Пока не увидите огонь, потом на восток до трех скал. Это две скалы. А вот три скалы, затем снова на юг. Кстати, вот так надо. И вот я на месте. Только здесь почему-то 90 уровня. Враги. Я как-то устал уже драться, замахался с 90 левелами. Можно мне, пожалуйста, не таких сильных врагов? Этого я запушил, например. Отстань. Ладно, сойдет. Голда. Еще голда. А еще голда. И еще голда. Подземелье исследовано. 11 тысяч голды. Вы нашли клочок бумаги. Эта информация только для старших собак. Двигайтесь на юго-запад от огня. Это направление приведет вас к сверхсекретному сокровищу. Не теряйте эту записку. К юго-западу. Подождите. Туда, что ли? От какого огня, блин? От первого или что? На юго-запад. От огня. Ну вот огонь, например. Или от какого от огня? От того, где там... Ладно, попробую вернуться сейчас обратно. К первому огню. Вот сюда вот, значит, на юго-запад. Сюда. О! Ключандра. Похоже, что-то где-то разблокируется. Окей, я знаю даже где. Сейчас пойдем и заберем это все. Черт! 99. Ну, конечно, конечно.
Ну, благо он один. Поэтому они думают, что какие-то проблемы возникнут. Ой-ой-ой, а может... Ну ладно, это я просто попробовал его пушить. У тебя это понятно, что идея дурная. Поэтому сейчас аккуратненько его затыкаем и защупаем. И все. Аккуратненько, сказал. Делов-то. Такс. Я ищу, нифига себе, голды. Я сказочно богат. 26к. Доспехи скелета короля. Ого. Теперь у меня еще доспехи есть. Но главное, что у меня есть куча голды. И осталось только найти магию, блин, ловушки. Но пока что, увы, никак не дается. Ладно, пойдемте на мейн квест. Сходим. Давай, 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 давай. Скорее, 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 скорее. В смысле, дай, блин. Теперь того. Лев и волк собрали обломки, но это еще не конец истории. Лев и волк. Погнали. Ваше Величество, посмотрите на это. Приказом Левамур Куратора все налоги удваиваются ввиду военных действий. Покорный солдат. Простите. Горожанам и так живется не сладко, но льва это не волнует. Кроме того, это значит, что он что-то замуршляет. Нужно выяснить, что именно. Ну, сейчас попробуем. Ну, выяснить. Ну, что? Докладывайте вы, имя Уцилы. Наши закрома полны, лорд Лев. Хи-хи-хи-хи. И наши солдаты готовы выдвинуться на Империю Любуса. Ва-ха-ха, волк никогда не заподозрит, что мы пробрались через нулевое измерение. Победа будет моей. Как коварно. И это плохо. Могут пострадать много котов и собак. Посмотрим, что затевает волк. Встретимся у престола Люпуса. Ну, я смотрю, ты ничего такой, да? Ну, любишь срезать углы. Пещера уровень 200. Это что-то Я вечно одинок. Это какая-то отсылочка к Монти Пайтон, Арканума и вот это вот все. Дождите, здесь что написано? Бегите, вернитесь назад. Помните, там кролик был, который резал и рвал всех? Да, похоже на то. Господи, 200. 12 тысяч урона, и он еще супер быстрый. Вы че? Отстань. Ну как тебя это забороть-то? Пил, 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 пил. Я понял, никак. Просто жесть. Так значит, лев собирается напасть на нас через нулевое измерение? Ра-ха-ха-ха. Пусть идет, соорудим для него ловушку. Ха-ха. Наши враги тоже нашли гробницу Филингарда. Мы не можем позволить им найти гробницу Люпуса. Провал приведет к огромным штрафам. Ух, вы это слышали? Мы могли бы восстановить остальные королевские искусства, если бы нашли гробницу Люпуса. Теперь это наш план. Идемте найдем хот-дога. Хм,
Походу, я нашел путь к гробнице Люпуса без того, чтобы брать квесты. Ну ладно, пойдемте сначала. Все же перетрем сход-то дога. Вон и... Или я там брал? А, это я там брал. Колдунство. Эх, не видать мне ловушки, походу. Да ладно, Хотто точно знает, где гробница Люпуса. А, все, это надо новый квест брать, но я не буду, это уже в следующий раз. На этом закончу, пожалуй. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться на мой канал, если хотите. С вами был Старпер. Всем счастливо.